большая честь и большое волнение находиться рядом с вами, смотреть в ваши глаза. Я хочу вам пожелать удачи, здоровья, но нашей команде, сборной команде, которая будет участвовать на вторых Европейских играх, ярких побед. Эти люди знают, что такое боль, труд, преодоление себя, они знают, что такое победа. И это не только их победа, да, это еще и наша победа, потому что мы всегда рады, счастливы болеть за свою страну.